Сегодня в новостях. Huawei P30, RTX 2070, Pocophone F2 и Sony Xperia XA3. Всем привет, я Макс, и перейдем к IT-новостям за 24 декабря. Первая информация о характеристиках Huawei P30. По слухам, Huawei P30 будет иметь три модуля камер, которые будут схожи с нынешним флагманом Huawei P20 Pro. Второй же смартфон Huawei P30 Pro должен получить 4 основные камеры с 10-кратным оптическим зумом. Кроме всего этого, данные смартфоны должны получить новый процессор HiSilicon Kirin 985, который должны представить вместе со смартфонами. Первые тесты видеокарты GeForce RTX 2070 для ноутбуков. Как всем известно, в ноутбуках видеокарты всегда имеют заниженные частоты из-за нагрева. Так вот, тестирование видеокарты показало результаты хуже, чем прошлое поколение GeForce GTX 1070 Ti для настольных ПК. Но это и не удивительно. А вот если сравнивать топовую видеокарту для ноутбуков прошлого поколения GTX 1080, то здесь данная видеокарта быстрее на 10%. Показать видеокарту в ноутбуках должны в начале года на выставке CES 2019. Первые слухи о смартфоне Xiaomi Pocophone F2. Смартфон должен получить новый процессор Snapdragon 855 и 6 либо 8 ГБ оперативной памяти. Также сегодня полагается, что смартфон получит сразу 4 модуля основной камеры и аккумулятор на 3800 мА. Данное устройство должно стать самым дешевым на процессоре нового поколения Snapdragon 855. И сегодня говорится о стоимости в $290 или около 20 тысяч рублей. Дата выхода пока что не сообщалась. Фотографии лицевой панели Sony Xperia XA3. По фотографии ясно одно, что смартфон будет без вырезов в экране. А также можно заметить рамки дисплея тонкие с трех сторон. На верхней же лицевой панели разместились все необходимые элементы. Датчики, камера, динамик. Соотношение сторон дисплея, скорее всего, составит 21 к 9. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравились новости, обязательно нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также можете задавать свои вопросы внизу в комментариях под данным видео. И я на них отвечу в следующих новостях. Удачи всем и пока!